Всем привет! Сегодня волонтерская группа снова поедет к ребятам на фронт. Мы вот с мужем тоже немного решили послать нашим ребятам. Я снова обращаюсь ко всем моим подписчикам, гостям. Давайте не будем оставаться в стороне. Чтобы мы жили, спокойно спали, растили детей, внуков. От тех, кто там, на войне, зависит многое, если, пожалуй, не все. Иногда можно даже услышать такое мнение. Зачем вы это все делаете? Ведь там их кормят. Да, кормят. Но даже находясь дома, никто не отказывается иногда от перекуса. Можно что-то захотеть сладенького. Зашел в магазин, купил, как говорится, или сделал для себя. Но я думаю, для ребят это не менее важно, что мы посылаем мы нашу свою домашнюю еду. Сюда мы вкладываем свою частичку труда, свою частичку души. Я же не говорю, что все должны взяться, печь. Ну, не умеем. Ну, кто-то не умеет, кто-то не хочет. Можно просто зайти в магазин, купить готовые супы, например, чай, воду, которая всегда там востребована. Ведь когда они находятся в поле, водопровод им не подведен, и вода всегда в цене там на фронте. А готовый суп, если он в ночную где-то стоит, паренек, и запарил себе чашечку горячего супа, я думаю, он всегда вспомнит о тех, кто это прислал, добрым словом. А сейчас я хочу обратиться к тем, кто живет на селе. Ведь уже сейчас апрель. Давайте заглянем в свои погреба. Ведь часто бывает, что приходит лето, а у нас еще много чего-то осталось, потому что когда вырастили, загрузили все, как говорится, в погреб, что вырастили. И бывает, что к лету начинаем освобождать погреб и даже выбрасывать кое-что, потому что или проросло, или начало портиться. Так давайте сейчас сделаем ревизию, посмотрим. Может быть, есть что-то лишнее. Можно самим приготовить салат какой-то, который долгосрочный, сквасить капусту, если осталось много в погребе, и вы знаете, что не съедите ее. Так вот мы сегодня с мужем посмотрели и решили, что у нас очень много моркови, мы, естественно, ее не сможем до нового урожая всю использовать. Мы сделали просто салат морковча, который лежит долго, не портится. И я думаю, этот витаминный салатик очень даже пригодится там. Поэтому пересмотрите свои запасы. Не хотите или не можете ничего сделать сами. Можно отвести пункты волонтерских групп, лишние овощи. Сейчас очень много групп, которые находятся и в Липецке, и еще кое-где, где делают готовые супы, сушат эти овощи и делают супы. И это будет очень хорошая тоже помощь. 5 апреля будет еще одна поездка у волонтеров. Они поедут в госпиталь. И условия в госпиталях там, ну, отличаются от нашего как бы привычного восприятия, что такое медицинское учреждение. Там точно так же может не быть воды. И поэтому вода там востребована в первую очередь. Элементарно там нечем помыть посуду, нечем помыть там те же руки. И поэтому там очень востребованы салфетки влажные, одноразовая посуда. Все, что сейчас требуется, волонтеры на своем канале описали подробно. Конечно же, все ссылочки я сейчас поставлю на эту группу. Может каждый прочитать, может каждый перечислить какие-то деньги на карту волонтеров. И карту сейчас я тоже укажу. Поэтому заходите по ссылке, кому интересно, кто может, кто хочет помочь.
Все там можно прочитать, все там можно узнать. Также такая группа есть в Одноклассниках. Ну, в общем, каждый, кто захочет помочь, я думаю, найдет. Ну, пожалуй, все, о чем я хотела сегодня с вами поговорить. Как вы знаете, это не мой формат. Обычно я не вступаю в такие беседы. Но, как говорится, накипело. Спасибо, что дослушали до конца мое обращение. Надеюсь на ваше понимание. До новых встреч, друзья. Всем пока.